Губернатор Сергей Носов провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Магаданской области. На протяжении 3 недель в регионе отмечается стабилизация уровня заболеваемости. Коэффициент распространения инфекции 1. Показатель тестирования один из самых высоких в стране – 678 на 100 тысяч населения. В связи с изменениями, введенными новым федеральным постановлением, срок лабораторных исследований на COVID-19 теперь не должен превышать 48 часов. Выписка пациентов к трудовой деятельности будет осуществляться при получении одного отрицательного теста, а не двух по прежним нормам. Также затронули вопрос о запасах медикаментов и средств индивидуальной защиты. По словам Сергея Носова, закупки с расчетом на будущее должны делать не только медики, но и аптеки. Я обращаю внимание, значит, о том, что не только медицинские работники должны быть обеспечены и средствами индивидуальной защиты, и лекарствами для лечения больных в стационарах, и даже в амбулаторном режиме. Но и аптеки, я сейчас говорю и про средства индивидуальной защиты, включая антисептические средства, понятно, маски всевозможные, а также лекарства, которые можно получать без рецепта, которые могут быть использованы для профилактики лечения легких форм, значит, насколько я понимаю, коронавирусной инфекции, которая сегодня может быть приравнена к ОРВИ. По вопросам медицинского обслуживания и вопросам, связанным с COVID-19, для колымчан задействованы специализированные колл-центры Минздрава региона. Номер для связи 220003 и правительство Магаданской области 22 22 44.